В Шоршилах прошел 9-й пленэр чувашских художниц. В этот раз его посвятили 55-летию полета Андрияна Николаева в космос. Работы, которые были написаны во время этой творческой командировки, представили любителям искусства на специальной выставке в Чебоксарах. Организатор женского пленэра Светлана Кокель со своими коллегами по цеху уже на протяжении 9 лет выезжает в разные районы республики. На этот раз художницы творили в Мариинско-Посадском районе, на родине космонавта 3 Андрияна Николаева. Ксения Кокель, одна из самых молодых участниц пленэра, вдохновлялась местными пейзажами. Так родились эти полотна. Солнечный день, Шоршилы, закат и другие. В Шоршилах мне очень понравилось, очень живописные места. Я получаю очень много эмоций. Там очень приятно находиться. Все женщины очень интересные, очень веселые. Понравилось то, что возрастная категория, то есть очень обширная. Есть и художницы постарше, и можно у них поучиться и набраться опыта, посмотреть, как они рисуют. Все работы, выполненные в разных техниках и жанрах, так или иначе посвящены звездному сыну Чуваши и теме космоса. Вот эта женская выставка такая очень разнообразная, не одинаковая. И в каждой картине характер той девушки или женщины, которая писала эту картину, да, как внутренний космос уже человека. Поэтому выставка настоящая космическая, и с удовольствием приглашаю на нее жителей республики прийти в Национальную библиотеку и посмотреть ее, получить от этого наслаждение.